Всем здравствуйте! Стало известно, что бывшую участницу известной телестройки выловили из канала в Петербурге примерно 10 дней назад. Вот только с опознанием девушки было не все так просто. Сегодня в публичном пространстве появилось шокирующее фото Анастасии Кочервей. По предварительным данным, на момент обнаружения блондинка пролежала в воде почти неделю. Как рассказывают в окружении 28-летней модели, телефон Насти был выключен незадолго до ее исчезновения. Поговаривали, что блондинка якобы злоупотребляла запрещенными веществами и находилась в сильной депрессии. И это неудивительно, что молодая женщина пребывала в подавленном состоянии. Анастасия страдала из-за неустроенной личной жизни и сердечных драм. Трагичным моментом для Кочервей стала потеря ребенка на ранних сроках. Отмечается, что когда Настю вытащили на берег, она была одета в красный купальник, а в руке она зажала ключи, как выяснилось, от дорогого автомобиля. Что именно произошло с участницей телестройки, должны будут установить следователи. Но не исключено, что незадолго до случившегося Анастасия могла предчувствовать скорый конец. По словам журналиста Антона Бекужева, в одном из последних разговоров подруга ошарашила его неожиданным признанием. «Много в жизни бед. Я просто говорю, что затихла я, потому что очень боюсь за свою судьбу. А если вдруг меня не станет, ты ведь сильный, ты мне руку помощи дал. С тобой я стала сильнее», – дрожащим голосом произносила девушка. Добавим, что подруги Анастасии говорят, что последнее время ее преследовал солидный мужчина, который не раз грозил девушке расправой. По другой версии, она состояла в отношениях с женатым бизнесменом, и об их отношениях узнала супруга. Окружение Анастасии Кочервей в один голос твердит, что девушка ни за что не наложила бы на себя руки. Она была полна долгосрочных планов и воли к жизни. Будем надеяться, что совсем скоро следственные мероприятия дадут оценку произошедшему. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!